Так, всех приветствую. Здравствуйте, мои дорогие, любимые подписчики и гости моей странички. Давайте будем сегодня вместе с вами смотреть, что нам принесет следующий месяц. Смотрим поток, что расскажет, что покажет. Будем вместе сейчас анализировать, смотреть. Так, девчонки, как-то сейчас надо эмоции брать под контроль, потому что у кого-то эмоции очень-очень сильно зашкаливают. То, что будет очень много работы, да, трудиться будете, не покладая рук. Но ваши переживания, ваши страхи, вот с этим нужно будет поработать. Да, у кого-то идет прям такое обнуление, и вы идете в совершенно новое, в новые проекты, новый какой-то ваш путь в судьбе. И это прекрасно. Самое главное, девчонки, вам сделать правильный выбор, куда двигаться. По финансам много переживаний по поводу денег. Тут, кстати, по финансам у кого-то может проиграться, вы должны пройти какой-то духовный урок, чему-то научиться, да, через какие-то конфликты, возможно, придется это делать, да. Ну, вот эмоциональное состояние такое плоховатенькое, конечно, сердце разбито, сидим, страдаем, из-за мужчины, кстати. У кого-то переезд, девчонки. И у кого-то действительно, видите, вот это все плохое, что мы увидели, оно заканчивается, и прям идет такое перерождение. То есть вы проходите огромную трансформацию. То есть деньги будут, хоть вы за них очень сильно переживаете, но вы будете максимально их пытаться как-то сэкономить. И опять-таки, тут у вас выходит мужчинка, король мечовый. Мужчина очень такой хладнокровный, очень умный, острый на язык. Скорее всего, что этот мужчина будет вам помогать двигаться. Угу, да. И финансово тоже будет помогать. Как-то вы себя нагрузили. Но в итоге у нас выходит десяточка кубков. То есть эмоционально потом все-таки вот эти все переживания, страдания, как тяжело идти, как все сложно, боюсь, за деньги переживаю, за все переживаю. И это все, девчонки, закончится. И это прекрасно. То есть мужчинка будет, помощь будет. Да, немножечко нужно будет, конечно, со страхами поработать и обратить внимание на финансовую сферу. То есть, девчонки, понятно, что расклад общий, но знаете как, если вы на него притянулись, значит, информацию должны услышать. Именно в финансах нужно там что-то проработать. Если будет нужна моя помощь, пожалуйста, пишите, все посмотрим, все разберем. Все, давайте, обнимаю, пока-пока.